видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 11. По цифре 4 на странице 128 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. В новогоднем подарке было 8 шоколадных конфет, а карамели на 2 конфеты меньше. Сколько карамели было в новогоднем подарке? На 2 меньше, это значит 8 без 2. Чтобы узнать, сколько это нужно, из 8 вычесть 2, получится 6. 6 конфет карамели было в новогоднем подарке. Записываем букву К. И пишем ответ. Шесть конфет. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под